Группа J-Run в самом скором времени порадует своих поклонников сразу несколькими новинками. Уже в ближайшее время мы приступим к съемкам клипа. Точные сроки пока неизвестны, потому что мы сейчас определяемся с песней. Выбирать, кстати, есть из чего. У нас есть 3 готовых песни, все новые треки танцевальные. Почему? Потому что мы их записываем специально для клипа. Решили, что запишут несколько песен и после выберут самую лучшую для клипа, в котором, кстати, обязательно будет масштабная хореография. Наш клип на песню «Аймалаши» очень хорошо приняли, и мы пришли к выводу, что нужно следующий клип тоже танцевальный снять, но на этот раз уже с поставленной хореографией. Ну и планируем еще пару фишек в новом видео, сейчас ищем хорошего режиссера. Готовиться девушки успевают не только к съемкам клипа, но и к своему выступлению на масштабном фестивале казахстанской музыки «Sound of Gakku». 13 тамыз күні Астана қаласында «Sound of Gakku» атты үлкен музыкалық фестиваль өтпек. Астана Экспо 2017 амфитеатрында сағат 20:00-де күтеміз. Sound of Gakku-де кездескенше, достар. Не пропустите, только в режиме живого звука для вас выступят Ерке Есмахан, Кайрат Нуртаз, Беркут и Аиша, Дастан Урозбеков, Макпал Исабекова и многие другие.